Январские музыкальные вечера в нашем городе уже давно имеют свой круг почитателей. За годы существования творческий фестиваль обрел международное признание и авторитет. Каждый январь на Брещине собирается целое созвездие ярких и талантливых исполнителей, предоставляя возможность сотням слушателей наслаждаться виртуозным мастерством прославленных артистов из разных стран мира и открывать для себя новые имена. Это мероприятие, в числе организаторов которого выступает Брестский областной исполнительный комитет и Брестский городской исполнительный комитет. Соответственно, проходит финансирование, идет по линии этих двух структур исполнительной власти. Брестский облсполком финансирует в сумме 300 миллионов белорусских рублей. Соответственно, городской исполнительный комитет платит 100 миллионов белорусских рублей, дает на проведение этого фестиваля. Давняя традиция рождественских встреч объединяет выдающихся мастеров и молодых музыкантов. В программе январских музыкальных вечеров 2014 года прозвучат шедевры западноевропейской, русской и белорусской музыки. Яркой особенностью 26-го фестиваля станет участие в нем трех квартетов, завоевавших мировое признание. Впервые в рамках мероприятия на сцене Брестского академического театра драмы будет организован вечер джаза. И это далеко не все сюрпризы, ожидающие тех, кто действительно неравнодушен к миру музыки. Недавно мы узнали, что все билеты проданы. У нас на 9-е, на 10-е, на 12-е, на сегодняшний день абсолютно все билеты проданы. На 11-е число, на вечер, билетов остается где-то в пределах 90, вот из 526. И немножечко билетов еще есть на дневные концерты, которые мы организовали для школьников, студенчества, пожилых людей, которым трудно приходить вечером. Фестиваль «Январские музыкальные вечера» уже много лет прививает брестским слушателям вкус к классической музыке. И судя по числу желающих насладиться поистине бесценным искусством, данное мероприятие еще много лет будет одним из самых любимых праздников Брещины.